Старейшая жительница Славянского района, наша землячка Раиса Владимировна Стрижакова отметила 100-летний юбилей. Поздравить эту удивительную женщину с днем рождения приехал глава района. Свой 100-летний юбилей Раиса Владимировна Стрижакова встретила с прекрасными песнями и множеством гостей. Одним из первых именинницу поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. С днем рождения, здоровья крепкого. Ой, и долголетия. Давайте я положу, сейчас положу сюда. Раиса Владимировна родилась 16 августа 1920 года в станице Славянской. Наша почтенная землячка была свидетелем многих эпохальных исторических событий. Она пережила гражданскую войну, знает не из учебников, что такое продразверстка, раскулачивание, репрессии и страшные годы Великой Отечественной войны. На фронте была связисткой. После тяжелого ранения ее определили поваром на военный аэродром. Потом было еще одно ранение. О победе узнала в госпитале. И в свой 100-летний юбилей Раиса Владимировна просит только об одном – не забывать о том, какой ценой досталась победа, и всегда беречь и защищать нашу Родину. Я одно только вот пожелаю молодым, чтобы они брали пример из старших поколений, и не говорили такие слова, как вот я часто слышу, не надо было бороться за победу. Вот немцы живут лучше, чем мы. Нет, неправда. Я им желаю вот только добра, силы, воли и брать пример из старших. Всю свою жизнь Раиса Владимировна прожила в нашем городе. Воспитала 3 сыновей. Сейчас у нее 6 внуков и 6 правнуков, которые соберутся за праздничным столом, чтобы поздравить ее с такой замечательной датой. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».